Так, ребята, всем привет! Сегодня мы в поисках старого тракта. Копаю я сегодня с новым комрадом. Его я, конечно, показывать не буду, не захотел он перед камерой маячить. Но факт есть факт. Хочу приобщить его к этой деятельности увлекательной. Вот. Ну, перейду сразу к находке. Находка у меня конина. Вот такого образца. Простенькая конина. Ходим мы по лесу вдоль горы. Если мы здесь нашли конину, значит, здесь действительно ходили по повозке. И значит, мы на правильном пути. Ладно, находки будет, обязательно покажу. А первая находка стоящая после конины. И у нас это, вижу, монета. 15 копеек. 15 копеек. 43-го года. В принципе, она у нас цены никакой не представляет. Так. Монета как монета. Ладно. Значит, этой дорогой у нас пользовались еще во время войны. Раз здесь монеты валяются. Будем ходить по ней, посмотрим, что у нас еще будет. Итак, ребят, не отходя от ямки, которую я до этого 15 копеек достал вот с этой ямки. Следующую ямку выкопал, и у меня очередной кругалик выпал. Это снова советская. По гербу видно, что это времена Сталина. Так, это 10 копеек в квадрате. 10 копеек в квадрате. Год у нас роста была 46-го. Это тоже в пределах этого. Потому что, наверное, это все-таки рассыпуха. Так. Да, ребят, это тоже у нас 46-го года. Ладно, сейчас тут еще прозвоню. Возможно, действительно здесь рассыпуха небольшая. Будет, покажу. У меня очередная находка. Буквально за какие-то считанные минуты, 10-15 минут, нашел три монеты. А вон первая у меня ямка, вот вторая. Так, и это у нас советик. Советик 2 копеечки, золото партии. Так, ну это, наверное, снова Сталин, потому что старый герб 36-го года. В принципе, зачетная монета. Вроде даже из разряда редких. Так, ребята, я вот не знаю, что это за существо такое, но вот таких змей я не видел. Она, в принципе, маленькая, но какая-то она непонятная. Я таких впервые вижу. Прям какой-то удав, только маленький. Кто знает, скажите мне. Да, сейчас мама прибежит и нам люлей раздаст. Ладно. Пусть бежит. Тут у меня находка. Судя по размеру, это 2 копейки. 2 копейки. Так, наверное, сталинский. Так, вот такие. По одному совету комрада я как-то видел видео. Он пользовался вот таким вот спреем. Сейчас мы будем пользоваться таким же. Так. Сохранчик, в принципе, хороший. Монета 36-го года. Вторая монета такого же номинала, такого же года. Ладно, смотрим. Задолбали мухи и комары. Тут жуть сколько. Водоем рядом. Да. Ладно. У моего напарника, комрада, пока ничего нету. Но я думаю, у него сегодня будет что-то. Сейчас мы движемся в одно зачетное место. По его словам, по детству. Там очень было много монет. Находили прям визуально. Ну, мы пока что-то потерялись в этом лесу. Найти пока ничего не можем. Ладно, смотрим. Очередная находка. По размерам 10 копеек. Ну, так оно и есть. 10 копеек 78-го года. Ничего, пойдет. Итак, ребят, у меня очередная находка. Давно у меня не было
крестиков. И вот у меня попался вот такой вот крестик. Маленький. В принципе, сохран хороший. Но, к сожалению, без ушка. Ну, находка зачетная. Замечательный крестик. У меня их в коллекции, в принципе, предостаточно. Ну, зачетная находка. Все, смотрим. У меня очередная находка. Ну, правда, еще не знаю, находка нет, но слепочек земли размером с 3 копейки. Сейчас мы будем ее вместе с вами в прямом эфире снимать. Вот еще один слепок. Так, вот второй слепочек от нее. Ну, звенит у нас вот здесь вот. Вот, Саня. Так, нашли, ребята, нашли. Мой друг Камрад нашел. Это у нас 20 копеек 61 года. Это раз. Но почему-то у меня катушка еще сигналит. Хотя это можно фонит от его металлоискателя. Ладно, ребята. Успехи есть. Все, смотрим. Находки будут. Обязательно покажу. Очередная находка. Вот так вот она у меня в камушке находится. Сейчас посмотрим, что это. Так, это у нас 2 копейки 69 года. Ладно, тоже находка. Мы сейчас немножко поменяем место дислокации. Мухи нас тут одолели. Надо куда-нибудь от них избавляться. Ладно, смотрим. Добрался я, походу, до желаемой деревни, которая исчезла. И у меня сигнальчик был подозрительный. И монетка довольно-таки небольшая, но белого цвета. Я думаю, что это серебро. Да, ребята, это царское серебро. Проглядывается орел. Так, 10, наверное, копеечек. Сейчас я ее сбрызну, и мы посмотрим. Так. Да, ребята, это 10 копеек 1898 года. Вот находка так находка. Ну все, добрались до места. Будем здесь сейчас копать. Так, ребята, сегодня у меня везет на змей. Вот у нас очередная змеюка. Гадюка. Она меня видит, притаилась. Это самая натуральная, обыкновенная гадюка. Видела сегодня всякого рода божьи твари. Ладно. Так, ребята, ветер начался. Не знаю, будет меня слышно, нет, но у меня находочка. И видно, что небольшого размера, советская. Советская монета 40-го года, 2 копейки. Вот такая вот монетка. Герб и гурт у нас ребристый. Ладно, 40-й год, 2 копейки. Продолжаем копать. Место хорошее. Видно, ямочки есть, но по ямкам можно определить, что здесь ходили один раз и один человек. Место вообще зачетное. Здесь я, значит, обоснуюсь на несколько копов. Ладно, смотрим. Так, ребята, очередная находка, но, к сожалению, не у меня, а у моего комрада. Его с почином, у него первая находка. И, в принципе, я считаю, что хорошая. Тереть я его не буду. Вот. Сохран вообще суперский. 3 копеечки 46 года. Вообще хорошая монета. Сталинская. Ладно. Не моя она. Все, смотрим. Так, ребята, у меня очередная находка. Но вот такого вот у нас образца находочка. Лягушечка земляная. Ладно. Мы пришли не за этим.
Так, ребята, у нас сенсация небольшая. Комрад у меня вторую монету поднял. Монета, я вот просто вижу, что это монета. Сейчас мы его будем доставать. Опа, ребята. Это у нас. Так, это у нас. Я думал, царь. А это пятачок. Это у нас пятачок. Год я вам сейчас скажу. Пятачки, в принципе, они всегда ценные. Только не знаю, какой год. Но год не знаю. Сейчас посмотрим. Подержи. Брызнул спиртом. Ну-ка, раз, два, три. Так, это пятачок 61-го года, ребят. Ну, в принципе, 61-й не ценный, но факт есть факт. Пятачок найден. И он у него отправляется в коллекцию. Ладно, все, смотрим. Итак, ребята, я, наверное, буду заканчивать свой коп. Здесь вот гадюк. А больше, чем монет. Вот такая вот у нас гадюка отдыхает. Ладно, если что-то до машины найду, обязательно покажу. Заранее попрощаюсь. Всем удачного копа. И подписывайтесь на канал. Все, всем до встречи. Итак, ребята, на сегодня у меня коп закончился. Копали мы сегодня, как всегда, возле реки. В принципе, здесь место хожное тоже. Походили мы здесь. Друг закончил, уехал пораньше. Вот, копал он сегодня прибором Fisher 2. Находки не очень у него. Две монеты. У меня побольше, у меня 12 монет. Вот. Работаем мы вот с такой вот картой. Вот с такой вот картой. Копали мы сегодня вот здесь вот. Мест, в принципе, много нехоженных. Но вот по этой карте я осуществляю свои находки в утерянных местах. Ну ладно. Всем удачного копа. До скорой встречи.